6 100 000 гривен пострадавшим от Одесского потопа 22 июля. Такую сумму выделили депутаты Горсовета на очередной сессии. Соответствующие изменения внесли в муниципальную целевую программу. Проект решения поддержали 53 депутата. Средства предназначены для предоставления помощи горожанам, которые особенно сильно пострадали от стихии. Правда, кто именно получит эти средства и как они будут распределяться между одесситами, пока что не ясно.